Погода не устает преподносить ульяновцам сюрпризы. Пока спасатели коммунальной службы готовились к потеплению и паводкам, сильный дождь решил подпортить ситуацию. Ливневки с таким напором воды не справились. Как итог, некоторые дороги и дворы затопило. Особенно пострадала промышленная зона нового города. Там под водой оказались проспект Антонова и несколько проездов Инженерного. Не проехать и на Западном бульваре, Горького, Октябрьской и многих других улицах. Последствия непогоды в городе устраняют специалисты управления гражданской защиты Доремстроя и Ульяновск-водоканала. В том числе вот на Ростовскую сейчас привезли перекачивающую станцию службы нашего спасения. Ночью было, значит, на Крыльницкого опора у нас упала, ее оперативно устранили, вернее, ситуацию. Сегодня демонтируем и установим новую. Есть порывы на контактной сети троллейбуса, но там бригады тоже выехали, восстанавливали. На улицах Локомотивный и Западный бульвар специалисты Ульяновского электротранса устранили порыв контактной сети. Трамваи курсируют в штатном режиме. В целом, как отметили в городской администрации, электроснабжение абонентов осуществляется без серьезных перебоев. Сейчас коммунальные службы убирают поваленные деревья. Существенного подъема рек не зафиксировано. Сейчас предпринимаем все меры для того, чтобы не допустить подтопления жилых домов, поэтому привлекаем дополнительную технику и насос, которые были приобретены. Из-за шквалистого ветра обострилась ситуация с протеканием крыш в многоквартирных домах. В таких случаях жителям необходимо обращаться в управляющую компанию или в центр управления городом по телефону 73 79 11. По прогнозу синоптиков, погода должна нормализироваться к завтрашнему дню. Дождь прогнозируется в субботу. Ульяновцев ждет небольшое потепление. Анна Тищенко, Ульправда ТВ.